тихо. Хотя, впрочем, мама уверяет, что и Горяка, и Пушка не разбудишь. А вообще-то пора вставать. Доктор Людмила Александровна со всеми по очереди делает зарядку. Раз, два, и будешь бодрым и веселым. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Людочке Чугуновой очень нравятся эти упражнения. Раз, гимнастика два, по утрам обязательно три, для всех. Четыре. Ну, а здесь готовят завтрак. Потом, после завтрака, начинается самое интересное. И пока ребятишки играют в детском садике, их мамы и папы... Это Владимир Григорьевич Чугунов, он строитель. Помните, это его Людочка так старалась правильно выполнить упражнение с мячом. Это он и его товарищи построили детский сад. Зажгли еще один огонек в Смоленске.